Сейчас приду, переоденусь и буду, наверное, отдыхать. Короче, сейчас буду делать кольцо крестиком, красивое, черный с красным. Вот леску уже отрезала. Черный и красный цвет. Покажу потом, что будет получаться. Вот что пока что получается. Вот так как-то. В общем, вот такое колечко у меня получилось. Вот. Короче, как-то запаяла кое-как. Ну, короче, вот так получилось. Мне нравится. Не пожалела, что сделала такие цвета. Мне они очень нравятся. Прям сочетание еще классное. Ну, как вам? Пишите в комменты. Так. А это меня поцарапал кот подруги. Потому что он... Ну, короче, там долгая история, но он не со злости это сделал. Я не удержалась и сделала еще один браслет. Только уже вот такой вот красивенький. Мне он очень нравится. Так как у меня нету карабинчика. У меня есть один, но я его оставила для чокера, вот. Пока что еще не придумала, какой чокер хочу, поэтому делаю вот такие, кстати, застежки. Они очень хорошо держатся, если сделать их правильно. Вот, на бусинку. Так вот у меня все получилось.